Здравствуйте, наступило время по очередному уходу за виноградом. Сегодня мне необходимо обломать двойники и тройники на виноградных побегах, зеленцы, можно так сказать. Загущенность пока трогать не будем. Нагрузку побегами на виноградные кусты буду делать за три этапа. Первый этап – это выломка двойников-тройников. Второй этап – это выломка слабеньких побегов. И третий этап – это уже загущенность. Выломка лишних побегов и нормировка необходимым количеством тех побегов, которые разрешено на виноградный куст. Итак, приступаем. Вот какие хорошие уже пошли побеги зеленые. Двойники все выламываю. Здесь двойник. Двойник выламываю. Вот маленький тоже двойничок, тоже выламываю. Только двойники, тройники выламываю. Загущенность пока я не беру во внимание. Вот двойник. Вот двойник. Тоже выламываем. Вот двойник. Вот видим два зеленых побега. Сильный оставляем, слабый выламываем. Слабый — это запасная почка. Основной оставляем, это идет со цветем. А второстепенный выламывает. Дотрагивается, и он выламывается. На рукавах зеленцы тоже их выламываем. Не нужны они здесь. Эти рукава должны быть чистыми. Пока сейчас маленькие эти почки, их хорошо выламывать. И так дальше продолжаем. Вот, двойники все выламываем. Не нужны вот двойнички. Вот видим тоже двойничок. Вот двойничок. Выламываем его. Которые вниз смотрят, и то есть прочь, я пока их не трогаю. Это будет меня идти за третьим этапом. Сейчас моя цель — это просто убрать лишние двойники и тройники. Вот двойничок, видим тоже. Этот оставляем, а слабенький меньше выламываем. Вот. Выламываем их все меньшие. Выламываем. Вот сколько их. Вот сколько их много набирается. Пойдем дальше. Везде аккуратно просматриваем, где пропустили, еще это будет за второй, третий этап. Потом просматриваться и лишним будем удалять. Но этот двойник мне еще неизвестный. Я его еще пока оставлю, не буду выламывать. Придет время, потом выломать. Потому что неизвестно, где есть соцветие, а где нет. Такие двойники пока мы не трогаем. А только где видно, вот. Вот здесь мы видим, что этот больше развивается, этот слабший. Такой выламываем, который слабый. Все, вот сколько набрал, да, этих лишних двойников и тройников. Их теперь выбрасываем. И теперь глянем на вишеньку. Вот так приятно цветет вишня. Черешня. Это черешня, ветка черешни. Она отличается густотой соцветий. На вишне меньше цветочков, а на черешне больше. И, соответственно, цветочки покрупнее. Вот так все выглядит после обломки двойников и тройников на побегах возле винограда. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.